14 февраля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лила Алиева посетили Физулинский, Зенгеланский, Лачинский, Губадлинский и Джибраильский районы. Первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Инстаграм опубликовала видео из поездки с президентом Ильхамом Алиевым на освобожденной территории. На одном из видео автомобиль, за рулем которого находится глава государства, въезжает в освобожденное село Губадлинского района. Это село Хендек Губадлинского района. Здесь также шли ожесточенные бои. Наша армия, изгнав отсюда врага, уничтожив его, освободила и эти территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Враг и здесь незаконно заселился. Они жили в таких условиях. Посмотрите, дома, в которых они жили, это не что иное, как собачья конура. В то время, когда я говорил, что на оккупированных землях армяне живут в нищете, имел в виду это. Царили голод, нищета, беззаконие, сказал глава государства. Враг в районе Хендек кенди. Здесь шиддетли дуэшлер гели. Düşməni ordumuz buradan qovaraq, məhv edərək əraziləri də azad etmişdir. Burada da düşmən qanunsuz olaraq məskunlaşmışdır. Belə şəraitdə yaşayır. Bax, görün. Yaşadıkları evleri ilk damından artık değil. Ben diyende ki bu vakit işgal edilmiş torpaklarda Ermeniler sefalet içinde yaşıyorlar. Bak bunu nezarda acılık, sefalet, kanunsuzluk hüküm sürürdü. Yollardan istifade edin.